используется любой браузер. Можно как бы использовать вот мобильное приложение, а также любой студент, потому что у них у всех мобильный телефон в кармане. Зачетка теперь всегда под рукой. И не только у студентов. Доступ к ней есть и у преподавателей, и у деканата. Заглянуть в нее могут родители и даже потенциальный работодатель. Все осуществляется при помощи портала госуслуг, либо через личный кабинет в специальном приложении. Идея перевести зачетные книжки в цифру возникла, когда год назад студенты вынужденно перешли на дистанционное обучение. Проанализировав опыт других вузов, в ДГТУ решили дополнить систему своими особенностями. Формируется цифровой след. Если когда вы открываете зачетную книжку бумажную, ну, видите предмет, оценку, ну, преподаватель, который ее поставил, но вы не видите суть, а что он изучал. Цифровая зачетка позволяет посмотреть, а какие темы раскрывались, а как он проходил там текущую успеваемость, промежуточную аттестацию, как формировалась эта оценка, какие компетенции он получил. Удобство нововведения отмечают для себя преподаватели. Теперь не возникает проблем из-за забытой студентом зачетки. Не часто, конечно, бывает, но студент, например, забыл зачетку. Вот сейчас такой проблемы не возникнет, потому что она все время в электронном виде, все время с ним. Во-вторых, это очень удобно, потому что всегда можно просмотреть, какие были зачеты сданы, то есть они всегда в открытом доступе есть. Ввести новую технологию решили сразу у первокурсников. Впрочем, при необходимости студенты могут запросить и бумажный вариант, например, чтобы перевестись в другой вуз. Алена Бадр, Сергей Крикоров, Александр Кучиц, Дон-24, Ростов-на-Дону.